Фух, ну и надеюсь то, что я недаром потратил на все это 28 лямов, господи, 28! Охренеть! Что, что, да погоди, погоди! Да стой, да стой, да я сам попробую, погоди! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, и добро пожаловать, это Skyblock Кооператив RPG, привет, FlagGK! Эй, what's up, ребята, всем привет, и да, мы наконец-таки стали популярными! Бэйби, вы посмотрите на это! Несмотря на то, что вы видите название ролика, вы видели превьюшку, начнем мы немного с другой темы, и да, это популярность. Мы сделали наш остров дико крутым! Спасибо огромное подписчикам, которые помогали, и посмотрите на подписчика на первом месте! 25 тысяч поинтов. Е-мать, он просто проходил один и тот же паркур. О, здорово, чувак, ты оказывается здесь. Собственно, если вы все еще не понимаете, то да, мы находимся на Skyblock. Это огромный сервер на более чем 100 тысяч человек, и прямо сейчас на нем именно столько и играет. Это наш приватный остров, на котором миньоны добывают руды. Это сундуки, в которых лежат руды или другие приколясы. Но каким образом мы сделали остров крутым? С помощью вас. То есть вы заходили и таким образом прокачивали популярность. А ну-ка иди сюда, давай. Отправляемся в лобби и отправляемся к NPC. Да, к тому самому NPC, и чтобы долго о нем не рассказывать, вот вам вставка. Хорошо, самое главное, а ты? Посмотри, а тут топ островов, куда нам нужно обязательно попасть. Так. Собственно, здравствуйте, Кристофер. Мы прямо сейчас заходим и... О да, мы себя не видим, потому что мы все еще не попали на первую страницу, и это супер странно. Ребята, это мега странно, потому что мы должны были находиться на первой строчке. Сейчас объясню почему. Видите, у каждого острова есть популярность. 9, 7, 9, 8. То есть даже у портал хаба 9. Теперь мы нажимаем следующая страница и видим то, что здесь 5, 7, 6, иногда даже 4. Но после этого мы листаем на третью страницу и та-да-да-дам-та-дам. Посмотрите, чья это что? Голова, а? Какого черта? Дружище, я тебе гарантирую то, что до этой серии я видел популярность 9. Чё за бред? Прям точно? Да, прям клянусь. Но знаешь, это еще не отменяет того факта, то что у нас 7, ну да, не 9, хотя мы все равно не обгоняем 6, 5 и так далее. Чё за бред-то? Блин, это очень странно. Ну, наверное, мы просто кое-чего не знаем. Не-не, скорее всего, мы просто должны держать эту популярность. Возможно, когда мы не заходили на этот сервер, мы даже были на второй странице, просто мы этого не заметили. Так что здесь, опять же, все зависит от людей, которые к нам заходят, и будем надеяться то, что они продолжат заходить, и внимание, внимание! Я до серии задонатил. Ух, он столько задонатил, это просто тьма! Я могу даже сказать, 7500 рублей. И я это делаю как раз ради того, чтобы прокачать наш остров. Заходим к Элизабет, переходим в апгрейды и прокачиваем лимит гостей. То есть стоит это 50 гемов, подтверждаем. И подожди, сколько это будет пропустить? 864 гема. Я это делаю? Ой, это много, не-не-не, забей, давай. Я это сделал, ой, простите, совершенно случайно рука дернулась, два раза нажала, ай-яй-яй. Ну, конечно, когда миллионы у него там лежат, просто сразу на все тратим, давай. Не пали. Трать, мы же миллионеры, давай. Собственно, да, мы прямо сейчас еще прокачиваем, подтверждаем. Ну и как вы понимаете, у вас будет... Да, ну типа 1100 гемов пропустить, почему бы и нет. Охренеть. Это примерно 1000 рублей, может быть чуть меньше, может быть чуть больше. Но тем не менее, я хочу это сделать. И еще разок. Это будет стоить пропустить 2300. Все. Тут я... уже точное время ждем. Я подтвердил. И сколько у тебя осталось гемов? Так, у меня остается, сейчас скажу, 6614. Но, погоди. Прежде чем ты скажешь то, что я дебил, не забывай то, что у меня прокачивается фейм ранг. Сейчас я амбассадор. В данный момент у меня 17 миллионов опыта, и дабы докачаться до стейтсперсона, надо еще 3 миллиона, даже чуть меньше. По сути, я тебе сейчас печеньку могу купить, и таким образом тебя и себя прокачаю. Давай. Да, конечно. Когда халява, речь идет о тебе. Халява, да, конечно, да. Конечно, почему бы и нет. Так, короче, я купил, ну, 12. А почему бы и нет, собственно? Ну, слушай, нам это, конечно, понадобится. Я же не смогу передать, да. А может быть, обнова есть какая-то, ты сможешь? Не-не-не-не, я могу тебе денег дать, 2 ляма хватит? Конечно. В данный момент у меня 31 миллион 707 тысяч, и это не просто так, потому что вы уже успели прочитать название данной серии, и это факт, потому что прямо сейчас идет некий ивент. Просто надо обо всем рассказать, сами понимаете. Так, 2 миллиона передаем. Благодарю. Забирайте, и я не знаю, давай, наверное, прямо сейчас съедим. Иди покупай. Так, ну я прямо отсюда могу купить, я же у нас...
Правильный пацан. Все, я тоже тогда активирую на 4 дня. И у нас, кстати говоря, сейчас еще 6 дней. Ни хрена себе. У меня прям много. Да, это охренительно. Итак, вот этот молодой человек расскажет тебе об ивенте. Здорово, майор Кол. И это у нас майнерский чувак, который продает, во-первых, новую броню. И самое главное, прочитайте. На всех паблик-островах у нас повышается опыт в 2 раза. В 2 раза повышается дроп. И в то же время мы можем получить уникальные предметы. Не, ну круто, да? Да, это звучит очень классно. Именно поэтому давай я прямо сейчас немного почищу свой инвентарь, а то у меня реально много печенек. Здравствуйте, ребята, это я, Путник-странник, появляюсь уже 2 серии подряд. Надеюсь, то, что вы не заскучали. Как вы знаете, я все, что здесь делаю, это выпрашиваю лайки. Именно поэтому надеюсь, то, что вы для этих двоих поставите эту маленькую кнопочку прямо сейчас. И я готов сказать свою 6-ю букву имени. А, что вы будете делать с этой информацией, я не знаю, а они продолжают. Следующую букву имени я скажу, когда наберется 50 тысяч лайков. Спасибо. И прежде чем мы купим новую броню, а самое главное покажем ее, давайте все же посмотрим, сколько мне осталось до стейтс персона. Ох, блин, меньше 2 лямов, чувак. Я хочу. Стоп, ты бицы можешь задонатить. Но бицы это все-таки не донат, это внутриигровая валюта, не забывай. Ну да, 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 ты можешь потратить их и получить ранг. Builders One, 12 тысяч бицов, у меня 10 тысяч, то есть придется все-таки подождать. У меня тоже, хотя, ну знаешь, ты можешь купить зелье бога. Так оно же дешевое. Не, у меня еще 5 часов, хотя, да, это хорошая идея, на всякий пожарный заранее покупаем. О, красиво. А теперь посмотрим, эти 2000 бицов сколько мне прокачали? Нисколько. Бицы не прокачивают твой ранг, не, прикинь. Они прокачивают. Не, ну я тебе серьезно говорю. Либо там просто слишком маленькая разница. Да, скорее всего, мало. Но теперь посмотри: наведи на Эмеральд, и там написано, что ты повышаешь ранг, когда тратишь гемы и бицы. А, и ведь правда. Но за гемы, сами понимаете, куда больше. В разы, в разище. Именно поэтому мы очень много донатим на этот контент. А теперь переходим на наш приватный остров. Бррр, стоп, стоп, стоп! Какой приватный остров? Я имел в виду аукцион. Здравствуйте. Заходим, пишем в поиск. Минерал, и что же мы видим? Новая минеральная руда. Даже ботинки стоят 2 ляма. Че, покупаю? Давай. Тебе тоже покупать получается, да? Окей, да-да-да. Ух, ну ладно, дружище, 1 870 000 только на ботинки, это шок-контент, как же дорого. Я продолжаю, еще одни Рома, ботинки. Охренеть, что? Просто я зашел в аукцион, и прикинь, там кто-то продает спуки-пай, который у нас был с ивента. Да, у меня он есть, сейчас я даже покажу. Просто тут продает спуки-пай, который выбил админ за 50 что? Миллионов. А, ну, ну слушай, я тоже в какой-то степени админ. Ну, знаешь, мне кажется, можно и до 100 миллионов добить твой спуки-пай. Не, ну я уже говорил то, что делать я этого не буду, потому что это уже расценивается как слишком большой, дорогой подарок. Да, это подачка, это супер огромная подачка. Охренеть! Что такое? Я впервые вижу такую ультимативную книгу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Химера 1. Копирует 20% твоих активных статов питомца. А теперь на примере. Смотри, у тебя будет питомец, который дает тебе майнинг XP. Так. И ты перенимаешь его статистику, и ты качаешься еще сильнее. А это нам нужно на ивенте. Дай угадаю, это очень дорого, да? Это супер дорого. Ну тогда забей, все. Не поднимаем эту тему, все, что дорого, не поднимаем. Потому что я прямо сейчас трачу уже более 10 лямов только на броню, подожди, и я не докупил. А ты питомца купишь? Что за питомца? Ну-ка, рассказывай. Эндермит. А, я помню, да, 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 мы обсуждали это до серии. Но, кстати, я забыл, что это за питомец. Это маленький питомец, который как раз-таки нам нужен будет в краю. Поподробнее. Смотри, этот молодой человек позволяет тебе добывать больше опыта, больше эндерника, а самое главное, перерабатывает эндерперла в коины. Ну, эндерперлы в коины, это, наверное, не понадобится, потому что у нас все-таки майнерский фестиваль. Но вот все остальное, это круто, дополнительный опыт нам не помешает. Ну и самое прикольное, это легендарный питомец, который стоит 1 миллион. Ах, короче, дружище, я все купил. У меня, вот как думаешь, было 32 ляма. Сколько осталось? 5. 6 993. Ну, ты был близок, блин, да, да, я вообще постоянно рядом. Так, короче, трейд реквест. Ух, дружище, это мега броня. Она очень дорогая. И давай ты прочитаешь ее описание. Ну, слушай, мы ее должны просто по полной программе реализовывать. И знаешь что? Мне кажется, под конец ивента ее можно продать. Не, я свою продавать не буду, я ее оставлю. Итак, смотрите, ребята, каждая броня позволяет тебе добывать 2 блока рядом автоматически. А теперь представим, что у нас весь сет, это 9 блоков. Ну, то есть вы сейчас все сами увидите, и эта самая броня идеально подходит под питомца Эндермит, о котором вам только что говорил FlagGK. А ты не хочешь зарефорджить броню? Нет, стой, давай Эндермита купим. Да, я прямо сейчас могу его купить. Вот такой вот красавец, нам понадобится обязательно легендарный, я все правильно говорю? Да, да, 920 тысяч. Погоди, а может быть сразу с уровнем купить? Ну, у меня денег не так много. Я могу купить за 2 миллиона, и у него тут сразу еще Combat XP Boost. Подожди, что? Не, 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 не.
стой, это майнерский или это комбат питомец? Это майнерский. Так, тогда мы это не берем. Смотрим какого-нибудь другого крутого. Комбат XP. За полтора, может, за 36 уровня. 36 уровень, это... Ну-ка, продавец, Татео? Да. Ну, слушай, у него нет никаких вещей, это бред. Так купи сам. Смотри, за 4 миллиона у Зон Гриппа продается какой. У него 80 уровень, еще 40% майнинга. Ну, слушай, я могу сказать так, это нерационально. Нерационально. Слишком дорого, да. Поэтому давай, там, может, за 1 200 000, я куплю себе за 900, потому что это я себе только могу позволить. Блин, проблема в том, что я уровень не вижу, поэтому давайте интерфейс сделаем чуть-чуть поменьше. И ё-моё, чувак, 68 да. уровень за 2 ляма. У него, правда, находится Combat XP Boost, но я же могу сам поменять, да? Да-да-да. Ну что, я покупаю? 2 ляма. Давай. Фу, хорошо, 2 я, ляма кстати, трачу. Я, кстати, уже нашел нам рефорж. А ты себе купил? Да, я себе купил, первого уровня. Заново качать будешь. Так, а теперь да. мне нужен майнинг XP Boost. Ох, 575 тысяч. Тебе покупать? Не, забей, зачем? А, блин, за 575 купили, придется за 650. Фа. А, и это тоже купили, да ладно? Вы чё такие быстрые все, какого фига? Так, все еще 650 тысяч, это минималка, покупаем быстро. А, задолбали! Погоди. Что такое? А на Стонгс есть какой-то классный энчант? На Стонгс? Да, да, есть, конечно. Компакт, ты не забывай про него. Он у тебя есть? О, нет, у меня его нет. Ну фак, сколько я на тебя трачу в этой серии? Еще и задонатил. Ладно, иди погоди, сюда. Погоди, я сам могу купить, у меня шпицы есть. Нет, я буду тебя содержать. Я буду тебя содержать. Я купил. Ну ладно. Я не собирался, на самом деле. Вот чисто смотри, прошло несколько минут, давай проверим, на каком мы сейчас месте. Мы также на третьей странице на первой строчке или как? Да, все так же. Онлайн 10. О, смотри, мы прокачали лимит, и он забился. Недаром сделали, как говорится. Ой, как много здесь людей. Один, кстати, в какой-то разноцветной броне. Слушай, прикольно. Так, смотри, я только что был у кузнеца, и могу тебе с уверенностью сказать, что нам нужно сделать лайт. Это что? Это рефорж у кузнеца. То есть самый обычный рефорж, да? Да-да, самый обычный, лайт. Он даст нам немножко скорости. Хорошо, сейчас попробуем. Опа! Сразу лайт, спасибо. А все остальное с помощью... Абсолютно все сделано. Так, теперь надеваем этого питомца. Выбираем самое главное. Фух, ну и надеюсь то, что я недаром потратил на все это 28 лямов. Господи, 28. О, просто реально богач. Варпани, варпани, да, спасибо большое. Да, да, да. Смотри, а, умный нет, какой, а. Прыгай сразу вниз. Зачем? Ну, угадай, зачем. А, в смысле, к эндерменам ты имеешь в виду? Да, 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 да. Ща, да, иду. Охренеть! Что, что? Да погоди, охренеть! Погоди! Да стой! Да я сам попробую, погоди! Здравствуйте, эндерняк. У меня 10 уровня уже эндермен. А что вы делаете сегодня вечером? А не хотите компакт ли прогуляться? Компакт 2 уровня. Что, что, у тебя все круто? Да! Так, хорошо, давай попробуем. Раз, два, три! Е-мать! По 30 опыта! Что? Погоди, какого черта? Это же... Это имба, чувак. Да, это имба. Это имба, это охренеть. Чтобы вы понимали, с камня, по-моему, летит сколько? 3-4 опыта? Или вообще 2? По 30. При всем при этом без какой-либо перезарядки, как у макаки. То есть ты просто берешь и копаешь. У тебя, кстати, 30, а у меня 29,4. Стоп, а почему? Ну, потому что у тебя питомец с предметом, а у меня без. Чё, серьезно? Это такая маленькая разница? Да. Зато я потратил 650 тысяч. Ой-ой-ой-ой, смотри, у меня компакт работает. Мне да, дали Enchanted Endstone. У меня компакт 3 уже. Мне тоже дали Enchanted Endstone. Так, а у меня 4. Так, смотрите, запомните, 4853. Мы выкапываем один блок. Было 53 на конце и стало 61, чувак, это работает, оно все складывается. Это просто броня бога. Да. Чтобы ты понимал, я сейчас вот говорю, да? Вот пока я говорил эту фразу, я уже прокачал 2000 XP. Это нереально. Блин, короче, у меня нет слов. У нас майнинг пойдет в гору просто. Да, но, смотри. О, у тебя компакт... А, это у меня компакт 5 уровня. Найс! 5% шанса получить экстра блок. Зачарованный. Смотри, помнишь, в предыдущей серии мы положили катализаторы в миньоны? Да. Если не помните вы, то монтажер покажите, пожалуйста. 13 миллионов все еще не потрачены. И знаешь, что я сейчас с ними сделаю? Потрачу. По факту. Не, на самом деле я собираюсь купить самые жесткие катализаторы. Ты понял, о чем я? Гиперкатализаторы. И я их положу в миньонов, потому что таким образом мы заработаем кучу всего. Так вот, с предыдущей серии мы не трогали этих миньонов, и прямо сейчас, внимание, Флэг Джекей, телепортируйся на наш остров, я тебе кое-что покажу. Я хочу понимать. Да, мы продолжим, да. Кстати, я майнинг XP не положил все-таки в миньоны, я дурак. Да? Да, это у меня 30 без этого. Еще больше да, будет, да, представь себе. Ну ты, пожалуйста, телепортируйся. Хорошо, ладно. Скажи мне, сколько у тебя опыта не хватает до 26 уровня? Ну, примерно 200 тысяч. У меня не хватает 83 тысячи, и прямо сейчас мы берем, ё-моё, где-то два упакованного льда.
льда где-то один. Это дорого. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас это снял. Тупо чекай, записывай то, как нам сейчас будет лететь майнинг. Давай. Я начинаю. Давай, раз, два, три, поехали. Бам. 27-й прокачался, 28-й эндермит. 31-й, 33-й. Это еще не конец, дружище. Летим, 34. Это далеко не конец, погоди, это только половина миньонов. Еще, а, блин, подожди, заполнилось. Быстро продаем весь этот упакованный лед, замечательно. Проверяем, здесь больше ничего не осталось. Еще, 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 забирай, забирай, побольше. Охрен, 38-й уровень. Я прокачал прокачку питомца до 23-го уровня. Емо! Я прокачал майнинг до 26-го. Охренеть. Я, получается, мог не покупать такого дикого эндермита, да? Да. У меня сейчас 69-й уровень. По-моему, у меня был 64-й или 68-й, не помнишь? Я вообще не помню, по-моему, 68-й. Но у меня 43-й уже. А у меня 70-й. Ну это круто, это просто чума, это пушечная пушка. Надо побольше катализаторов добавить, да? Ну, да, у нас денег просто не так много. Сейчас у нас 5 222 000, я продаю оставшийся лед, и в итоге у нас... 5 600 000. Ну, пойдет, мне кажется. Ну, закупайся, а я пойду искать минералы. Да не, забей, я к тебе, наверное, лучше присоединюсь. Потом все это поставим. Итак, телепортируй меня, пожалуйста. Ну и давайте прямо сейчас мы засечем 3 минуты, вот реально, ровно 3 минуты, и скажем, сколько мы накопали XP. Поехали. Раз, два, три. Ну что там, по времени когда уже, Ром? А! Я забылся что-то, подожди. Таймер, да? Ну, по-моему, примерно как раз 3 минуты прошло. Сколько ты накопал? Я 40 тысяч опыта примерно. Ну, я тоже где-то примерно плюс-минус. Ты понимаешь, да? За 4 минуты. Ну, за 3, за 4. Охренеть. Нахрен эти макросы теперь? Полегче, парень. В смысле, макросы нужны? Нет, я имел в виду, не надо говорить про макросы. Даже не упоминай, не нужно. Короче, вы сами все видите. Прямо на ваших глазах делается история. И это самая лучшая броня для копания в данный момент. Учитывая то, что сейчас такой ивент. И он длится очень долго. Просто посмотрите в календарь. Это же просто вот так. Да, типа, погоди, мы же еще эндстоун добываем, не забывай. А, ну хотя сейчас он очень дешевый, потому что все добывают, добывают, добывают. Причем еще и продают постоянно. Слушай, я очень сильно хочу получить уникальный лут. Но, по-моему, он с эндерника не падает. У меня тоже дикое желание выбить какой-нибудь классный лут. Слушай, я думаю, может быть, какому-нибудь золоту пойти или алмазом. Наш Стонгс не будет копать другие руды, не забывай про это. Вообще? Почему? Ну, потому что это перерисованная золотая кирка. А золотая кирка в обычном Майнкрафте не копает. Да, 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 извиняюсь, извиняюсь. Мы пока с тобой немножко болтали, минута прошла. То есть реально, вот я минуту, я прям засек. 20 тысяч опыта нафармил. Жесть, как? Это как это жесть. Работает? Почему они вообще это ввели в Майнкрафт? Не, ну объективно дорого. Мы потратили 20 лямов на один сет примерно. Ну слушай, вроде вот добывай обсидиан. И рядом тоже чуть-чуть скапывается. Обсидиан? Да. Так, погоди, алмазной я тоже киркой, попробую. Алмазной киркой. Точно. Этот сет же работает на любую кирку. Какой же я тупой. Ты хочешь все-таки побегать поискать? Ну да, почему бы нет? Ой, я к тебе. Окей, эксперименты так эксперименты. Мы давно не появлялись в этой шахте. Серии так 30 точно. Ах, блин, ностальгия такая небольшая. Ну и как вы понимаете, сейчас будет... В общем, прямо сейчас я дам вам послушать нашу дискуссию с Флэкджикеем, которая проводилась во время тр, и вы поймете, почему я здесь. Кстати, коблстон тоже добывается. Это пи***ц. Добывай коблстон, это камень. Он по 6 дает, но его, ну ты его тр прям гриндишь. Понимаю, но... Не-не, я... Хотя, слушай, да. Ты еще быстрее ебаешь, бля***. Еще быстрее добываешь? Да, типа, чем эндермит. Ну слушай, ты не забывай то, что ты копаешь 9 эндерника, и получается 30 умножить на 9, это 270. 270, ну? Ты камнем столько не зарабатываешь. Вот только что 200, только что, посмотри. 200. 200. Да, но там ты пока копаешь один, добывается предыдущий, в итоге ты добываешь сразу до хера, а тут так такого тут нет. Так тут так же, ты просто размах больше бери, у тебя, ну типа, много будет браться. Гарантирую тебе эндерняк быстрее, я пока говорил сейчас эти, сколько слов, 6, я 1000 опыта прокачал, без шуток. Вот просто, я говорю эту фразу, 1000 опыта, 1500 опыта, прям я тебе, вот реально говорю, 2000, 2500, 3000. Эндерняк куда быстрее. Да, мне действительно кажется то, что эндерняк куда больше дает опыта. И вот смотри, давай прямо сейчас ты добьешь до какой-то круглой цифры. Например, там 152 тысячи, может быть, 153. Так, я добил до 15200. 15200. Смотри, у меня сейчас, по идее, блин, сейчас скажу, 16600. Да, это не совсем круглое. 16840. Вот, 161100. У тебя сколько еще раз? Так, давай добуду. У меня 15300. Значит так, прямо сейчас мы добываем 10 тысяч опыта и смотрим, кто это сделает быстрее, окей? Давай, давай, раз. Насчет раз, два,
три, без вырезаний. Все, давай, давай, прямо сейчас добываем, потому что это все равно очень быстро. Итак, 1000 я уже добыл. 2000 я уже добыл. Хорошо идет, слушай, у меня прям пушка, пушка. А у тебя как? Бегаю, бегаю быстро, но у меня сейчас... Не скажем. То есть все плохо, да? То есть ты говоришь, что... На-на-на, я уже 6000 добыл, если что. А у тебя? Блин, плавал. Да-да-да-да-да. Да в смысле? Пруфы есть. Ну конечно, конечно, конечно. Только из-за этого. Все, я добыл, если что. Серьезно? Ладно, да, все, 10 тысяч. Энтерняк, это реально пушка. Молодец. А сколько молодец. Ты добыл, скажи? 3 тысячи. А он мне так клятвенно затирал то, что ну да, ну да, камень реально круче. Ты попробуй, ты побегай. Да, да, камень это круто. Камень я не дам. Да и я не дам, я же не добываю. Короче, Рома, я хочу заключить с тобой пари. Ну-ка, давай. Кто первее выбьет минерал, тот классный. Хорошо, давай, а что за минерал-то? Этот минерал падает во время ивента вроде с любой руды. То есть сандерника тоже? Ну, по идее, да. По идее или все-таки падает, дружище, это реально нужно знать. Нет, так нельзя сказать. Ты должен быть уверен. Пойди. Ах, ладно. Короче, мы прямо сейчас реально будем просто добывать и самое главное качаться. Поехали! Ты что такое? Что ты смеешься? Что такое? Это что за у тебя психическое расстройство какое-то? Там прям написано. Рефинит минерал может быть добыт только с руд. Даже с Незер Кварца. Но точно не из Эндстоуна и Незерака. Что делаем тогда? Идем в ад. В ад? Выпало, оказывается, даже в чате не написала. Что? Что? У меня минерал, оказывается, уже есть. Ну, блин, получается, ты выиграл пари, а у меня-то нет. А, ну в чате даже не пишет, ты понимаешь? О, оно в чате не пишет. Оно в чате, что ты смеешься, а? Оно в чате не пишет. Хм-хм-хм, но мне не дропнулось, поэтому в попу. Подожди, а теперь... это деньги. Сколько деньги. Это стоит? 400 тысяч. Сколько? Реально один минерал 400 тысяч? Да. Чувак, я возвращаюсь в ад. Я иду обратно. Тогда я тоже немного повыбиваю и раз, два, три, пип. Ё-моё, я что-то копаю и совсем не заметил то, что мне выпал минерал, дружище. О, поздравляю, а что ты копал? Так, я копал Незер Кварц, он стоит 433 тысячи, продаем прямо сейчас. Ну, давай, я думаю, что мне сейчас второй выпадет где-нибудь. Все, я продал, и по сути своей мы заработали всего на двух кусочках целый лям, ну, почти лям. Надо, наверное, не Незер Кварц копать, а ту руду, которой больше. Хотя, ну, вроде бы Незер Кварца тоже много. Я поэтому Редстоуна копаю, его тут просто дофига. Логично. Что ж, а на этом мы будем постепенно заканчивать. Охрененный ивент, серьезно, наверное, один из лучших, добавленный Хайпикселем. Ну, вот это прям правда. Это реально очень-очень классно. И спасибо огромное подписчикам, которые заходят к нам на остров и прокачивают его. Обязательно в следующей серии мы посмотрим, на каком мы топе. И если вы здесь впервые, то можете поставить лайк, подписаться, поставить лайк, подписаться. И а с вами лайк. Были Лолошка и Флэк Джикей. Всем удачи, всем пока! Пока-пока-пока-пока! Пока, ребят!